Сегодня в Косихе фестиваль Роберта Рождественского. И это здесь практически государственный праздник. Я приехала сюда впервые и решила составить универсальный маршрут. Начать свою экскурсию я решила с похода в музей. Здесь мы познакомимся с Робертом Рождественским. Пойдем со мной. Роберт Иванович встречается с молодым тогда композитором Александром Флерковским, который приехал на Алтай для сбора песенного материала. И они написали первую тогда совместную для Роберта песню «Твое окно», которая победила в конкурсе на лучшую песню о Москве. Ну, тогда вот она для него стала первой. Надо сказать, что семья Рождественских каждый год регулярно подпитывает наш фонд новыми экспонатами. И вот в этом году дары были, ну, тоже бесценные, все можно назвать. Во-первых, это портрет самого Роберта Ивановича, работы известного, знаменитого художника Никаса Сафронова. Причем выполнен в необычной манере для самого художника и вызывающий такой интерес у публики, которые знают, разбираются в живописи, что это какое-то такое очень необычное новое слово. Во-вторых, большой комплекс материалов, привезен фотографии, документы, письма, связанные с жизнью Веры Павловны. Это мать поэта. Эти экспонаты после соответствующей обработки, их около сотни привезенных фотографий, писем, документов, так же, как и портрет Рождественского, после соответствующей обработки по музейным правилам, они займут свое место, конечно, в экспозиции в Косихе. Ну, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы следующее поколение вот, не утратило вот эту любовь к Роберту Ивановичу, потому что мое детство и, в общем-то, мое становление прошло исключительно под его песни. Но мы даже не знали, что они все его. Хочется, чтобы не просто, кстати, к Роберту Ивановичу относились как поэту-песеннику, потому что его творчество гораздо глубже, шире. Есть и глубоко лирические стихи, есть исповедальная лирика, вот, не песенная. Мне кажется, что это нужно читать. У следующей нашей остановки очень романтичное название «Яр любви». И это основная площадка фестиваля Роберта Рождественского. Здесь развлекают гостей. Из-под дуба-дуба-дуба речка течет, а за этим ручеечком Любушка живет. Эх, Люба-люба-люба-люба-любушка моя, если меня любишь, поцелуй меня. Эх, 91 мне, я не буду горевать, а сейчас тушки сочиняю, буду их я распевать. Тушек много знаешь, вот у них полно. Приезжайте к нам в Заринске, за счет тушками еще. У меня впечатления грандиозные от прошлого года. И сейчас очень хорошее впечатление. Просто народу меньше стало. В прошлом году было больше народу, потому что, вероятнее всего, памятник открывали. И много было людей. А сейчас, ну, немного народу, но все равно хорошо. Атмосфера добрая, хорошая, творческая. Мне нравится. Мы всегда ходим, мы местные, всегда приходим и с удовольствием отдыхаем здесь. А почему? Ну почему? Он наш земляк. Как почему? Интересно, здесь весело, хорошо, артисты приезжают с города. Интересно общение, разнообразие, как говорится, приобщаемся к массовой культуре. Ну и кульминация сегодняшнего вечера – это концерт. После того, как мы погуляли по ярмарке, посмотрели на народные пения, пришло время культурно обогатиться. Пока все ждут Свиридова и Дятлову, наблюдаем пение капелла. Дорогие друзья, вы очень музыкальны. Это меня поразило еще в Барнауле, и теперь поражает во второй раз. С вами очень-очень приятно. Праздник здесь продлится до позднего вечера, но я настоятельно рекомендую вам оторваться хотя бы на мгновение, чтобы провести время здесь, на Яре любви, и полюбоваться природой. Дарья Демилер, Николай Шилко. День с толком.